будто играешь в переодевание для своей фальшивой страницы Фликмо. Это не подделка. По-твоему, твой папа на самом деле миллиардер? И это его вечеринка. Твои лжи рано или поздно вылезут наружу. Спасибо за планшет. Здесь написано, что твой отец миллиардер. Он собирается послать тебе деньги. Ты отдашь деньги нам, и все идут домой. Как тебе это звучит? Скинь мне номер. Я не Саша Джой. Я могу помочь тебе достать твои 500 долларов. Как? Пограбив дома знаменитостей. Те, где работаем мы с мамой. Но я хочу что-то взамен. Прошу прощения. Я помогу тебе. Взамен я хочу 5 миллионов подписчиков. Задокументируем эту историю с похищением. Снимаем пару видеороликов. Что-то с заложниками. С заложниками. Я получу своих подписчиков, ты получишь свои 500 тысяч долларов. Все поедем домой. Никто не пострадает. И все будет счастливо до конца дней. Что мы здесь делаем? Мы изменили план. Мы никогда не работали в этом доме ранее. Ты думаешь, что она помогает своим похитителям? Это твоя вина. Я не могу так. Это твоя дочь.